Всем привет, дорогие друзья, с вами Дарья, добро пожаловать в игрушку The Battle Cards. Нифига себе. Плохи наши дела. Смотрите, у них уже более такое мощное здание. 1500, раньше было по 1000, помните? Сейчас будет, я думаю, нам нелегко. Поэтому подержи меня пальцем вверх и подпишись на мой канал, если ты этого не сделал. И будет много-много интересных серий. Я думаю, пока что стоит нам использовать котят. Они будут немножко их задерживать, потом используем суперспособность нашу, и она просто всех убьет. Так, все, я думаю, сейчас хороший шанс усовершенствоваться. Очень хорошо справляются. Так, молодцы, я пока что развиваюсь. Пускай они поближе подойдут. Так, слишком рано. Так, я еще за 160 хочу, давайте еще раз. Делаем апгрейд. Пускай идут, пускай. Это тактический ход, чтобы они подошли ближе. Используем. Идет такой ход, идет такой ход. Теперь, наверное, давайте за 200 возьмем. Отличненько. И теперь заново сейчас пойдем. Очень здорово сделал. Очень хорошая тактика. Возможно, там будут боссы. Да, по-моему, там боссы должны быть. И посмотрите, ребят, если будет много пальцев вверх набрать игра, много просмотров, я продолжу играть, я буду делать донатики на эту игру. Также мы с вами ее всю пройдем. Так что подписывайся на канал, если хочешь увидеть прохождение полное от Дар Риди, то подпишись, поставь палец вверх, можешь даже репостик делать, там друзьям рассказать, в общем, делай все, что хочешь. Да, нам когда-нибудь можешь делать почти все, что хочешь. Так, смотрите, мы уже бьем это здание, мы молодцы. Отлично. Давайте мочить их. Да разные коты выходят. Изи, очень легко справились. Я думал, много опыта мне сейчас дадут. 220 хп. Это круто. Теперь сможем прокачать. Давайте сделаем апгрейд. А на кого? На кого, интересно, кем мы часто пользуемся? Может, тут что-нибудь прокачать? Само здание. Я предлагаю тут все прокачать. Эффектно какой? А, нет, знаете, что я хочу сделать? Можно вот это прокачать. Что-то такое не знаю, но... Я это купил. Я это сделал. И что теперь будет? Я что-то прокачал, да? Что-то новое появилось. Раньше этого не было. Валет какой-то. Не знаю, что я все подряд качаю. Можете советовать, что лучше прокачать. Суперкод какой-то появился, да? И могу я ли им использоваться или нет? Пока что good, один какой-то суперкод. Не понимаю я его. Так, ладно, давайте начнем играть. Точнее, продолжим. Так, старт. Сейчас, наверное, будет нелегко, но мы попробуем. The Battle Simulator. Готов. А, какая-то, смотрите, черная дыра какая-то появилась. Вот она. И что она делает? Можно что-то покупать, да, теперь? За 90. Что мы взяли? Что мы купили? Что он делает? О, боже мой, что это такое? Что за безумие? Много котят? Нам дали много кучу котят? На одну минуту? Я могу кучу котят взять. Сразу, у меня 8-й левел сразу, нифига себе. Стоило ли это делать, я не знаю. Блин, но это было круто. Это было эпично. Я могу теперь всегда пользоваться этим. Но для этого нужны денежки, конечно же. Нифига себе. Куча котят. Да мы сейчас легко справимся с ними. Максимально 900 долларов. Обалдеть. Очуметь. Я могу за 200 постоянно их брать. Слишком много хотят. Они ничего не успеют сделать. Нифига себе. У нас куча просто. Надо было на боссе это использовать. В течение минуты
Нам дается такая способность. Потом, видимо, все возвращается. 8-7. Мы так и не узнали, что будет по истечении минуты. 2500 хп, это здорово. А, новый котенок там, по-моему, появился. Кстати, а у меня 50 корма. Надо их как-то более так рационально использовать. Новый кот обязательно давайте возьмем. 1300 прокачать, конечно, прокачаем. И так, я думаю, что мне тут надо. Давайте повар тебе прокачаем. Надо все прокачивать. Фу, это было здорово, ребята. Это было здорово. Так, нет, старт, я предлагаю продолжить. Игрушка мне понравилась. Так, мы куда-то ушли. А, энергии все больше и больше. За это 10 энергий, за этот уровень аж на 16 энергий нам надо будет потратить. Но я готов. Я готов потратить эти деньги. Здесь у меня все получится. Так, ночь. Ух ты, они... 2400. Обалдеть. Что ты мне еще предложишь? Мне интересно. Много котят за 90. Вот это что такое за 5? Давайте, мне просто интересно. За пятерочку. Так, он начинает что-то колдовать. Сильный котенок. Боже мой. Что такое? Вы пишите, что такое, потому что я не знаю, что это такое, ребят. Что нам дали, непонятно. Котенок за 400, нифига себе. Что-то он мне явно дал, но что я не понял, ребят. Может быть, вы заметили. Кто самый наблюдательный, обязательно в комментариях напишите, что вообще это было. Я потому что не понял. Ладно, будем базу пока что совершенствовать. Так, давайте за соточку возьму котенка. Уже куча котят накопилось, они довольно-таки сильные, смотрите. Очень хороший. Так, ну здесь за 200 я сейчас возьму. Надо уже здание мочить. Ладно, котенка за 200 возьмем, а потом хочу взять за 400 котенка. Нет, ух ты, что такое было, нифига себе. Какой-то бегемот у него. Стоит ли наших пускать? Мне кажется, пока что нужно подождать. Так, за 700. Подпустим его поближе. Так, 240. Чтобы немножко их держать, давайте котеек выпускать простых. Давайте, 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 давайте. Котенок за сотку. За 50. За 200. Давай за 200 иди. За 50, за 100. Я думаю, они с ним справятся. Нужно уже за 400 брать слона. Давай, давай, давай. Блин. О, это плохо, это плохо. Предлагаю сдержать силы. Если я сдержу силы правильно, я использую суперспособность. В принципе, немножко осталось ждать. И, возможно, сорога мы убьем все-таки. Он начинает бить здание. Все, используем луч. Да он достал мне, давайте бейте его. За 400, ну давай. Если я сейчас слона не возьму за 400, все. Мне хана, мне надо просто дотерпеть. О, нет. А. Вон оно как. Один слон на что способен. За 300 предлагают переиграть. А, смотри, нифига себе. Так, ладно, я сразу беру тебя. Тебя, тебя, тебя. Максимальный левел сразу.
Нифига себе, здоровяк. Какой котенок. Так, надо еще здоровяка взять. Молодец, молодец. Как он лапа бьет его. Отлично, давайте еще один здоровяк идет. Ты. Так, намного лучше. Только я, кажется, весь корм свой съел. То есть мы продолжаем играть. Наше здание восстановилось, видите, мы немножко даже повредили его. Ну-ка, один удар сколько отнимет? По соточке аж. Неплохо, неплохо. Фу, 2800 дали. Изумительно. Так, что-то появилось, новый котенок. Какое-то достижение. Отлично. Так, что-то еще. Плюс 20 дали силы. Корма. Корм прикольно, он мне нужен. Так, еще сколько много. Сколько много всего. Это радует. Да, что-то новое появилось. Можно пополнить корм всегда. Тут много чего мне непонятного, конечно же. Так, за миссию что-нибудь нам дадут. О, 20, 20 корма. Отлично. Так, это радует. Апгрейд. Что-то новое. Так. За 50 новый котенок. Я хочу его взять. Отлично. Давайте прокачаем его до 3-го левела хотя бы. У меня еще есть 1000. На 1000 мы что-нибудь тоже прокачаем. Давайте те хотя бы. Мы базу, да, прокачиваем? Окей, базу тоже надо прокачивать. Что тут делать, жетон? Нам дали кота, в смысле нам дали? У меня же есть этот кот. А больше я не могу открыть, да? Жетонов не хватает. Так, ладно. Мне это нравится. Что-то появилось новое. Так, еще тут что-то можно сделать. Один золотой жетон. Ух ты, нифига себе, там что-то явно крутое дадут. Ух ты ж, елки-палки. Рар. Золотой. Нифига себе, раровский. Вот это реально круто, я думаю. Еще один раз можно открыть. То вы шутите, что ли? Давайте на следующую серию оставим. На следующей серии мы откроем. Так, тут что-то у нас появилось. Так, я могу прокачивать, да, вас, что ли? Сколько? 10 слотов максимум. А, сюда я могу поставить тебя, допустим, да? Я хочу нового котейка поставить. Так, вот в пятую я хочу поместить тебя. Вот отлично, за 200. Так, отлично. Старт. Че, один раз мы поиграем, нет? То, что я делаю. Так, ладно, давайте. Давайте-ка, наверное, переиграем какой-нибудь за 10. Простой, посмотрим, как мы справимся. И дадут ли нам что-нибудь. Нам столько же хп дадут или нет? Я просто более простой выбрал. Так, 1500. Предлагаю начать с базы.
Мы сейчас быстро с ними справимся, в течение 5 минут точно. Хочу взять нового кота за 200. Пока что будем совершенствоваться, он слишком далеко еще. 1500 у него, а у меня 1000 пока что. То ли энергия быстрее восполняется, то ли что. Но они стали, в общем, сильнее. 4-й левел мой котенок. Так что с ним будет довольно-таки легко и просто. Давайте возьмем длиннача. И хочу нового взять за 200. Он раровский, он хороший. Раровских чаще использовать надо. Хотя я предлагал пока что немножко подождать. Смотрите, сейчас они поближе подойдут. Пускай идут. Отлично, используем. Давайте берем раровского, берем такого. Пускай прикрывают. Вот он, раровский. Так, посмотрим, на что он способен. Вообще, нам слона надо взять по-хорошему. Да, он неплох. Пока что прокачиваю. Может, они и так справятся без слона. Изи, мне даже слон не пригодился. Все лишь за 200 такой крутой. Очень-очень сильный. Так, вот он как раз раровский вышел. Так, прикольно, наши молодцы, ребятки. Вот он, раровский подошел. Он очень всех завалит. Молодец. Нифига себе, он мочит налево и направо. А, все. Раровский помер. Так, нам надо уже всех тут выбирать. Я их слишком много, их слишком много. Они сейчас меня могут завалить. Но мы неплохо от них отбились. Вот он, раровский вышел. Давайте еще. Они реально мочат. Почаще лучше раровских набирать. Но вот этого за 200 тоже можно, он тоже неплох. Но мне кажется, это все-таки круче. Размахивает. Изи, так. Да, опыт нам дали, довольно-таки неплохо. Ну что, ребят, в следующей серии мы с вами продолжим. С вами был Даридин, не забывайте про пальцы вверх, про подписочку. И всем до скорого, пока-пока.